Лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники и полковники. Офицеры-бичане отправились сегодня на сборный учебный пункт. Кто-то получил повестку в понедельник, а кто-то вчера. На сегодняшний день признано по мобилизации 15 офицеров. На данный момент они отправлены все одной команды. Также вместе с офицерами Бийска в Омск отправились офицеры из Зонального, Смоленского, Советского, Петропавловского и Красногорского районов края. Всего 22 человека. Многие из этих мужчин – бывшие военнослужащие, вышедшие на пенсию. Самому взрослому из них – 55 лет. Мы же офицеры. Ну, как бы Родина позвала, мы идем. Мы ни в Казахстан, ни в Грузию не убегаем, а мы идем выполнять свой долг. Все нормально будет. В военкомате с мобилизованными офицерами сразу провели работу социальные службы и банковские сотрудники. Мужчинам будет выплачено единовременное пособие 100 тысяч рублей. Также при отправке присутствовал прокурор города. Представители Бийского лицея вручили мобилизованным подарки, сделанные руками детей. Сегодняшние мужчины очень сдержаны и молчаливы, в отличие от ребят помоложе, которые попали в так называемую первую волну. Трудные родственникам офицеров. Ведь мужчины большую часть своей жизни отдали службе в вооруженных силах и, уйдя на пенсию, мечтали пожить для себя, для семьи. Но долг есть долг. Дарья Федоркина, Илья Питков. День с толком.